Приветствую вас, вы находитесь на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть Half-Life 2, халва 2. Мы освободили мост и сейчас движемся по нему. Да, ой-ой-ой. А-а-а! Где? Блин, ладно. Давайте маленько. Так, объект, причина потери необходимой выполнения задания ресурсы. Понятно, так, давайте-ка. Мне надо успеть, значит, до поезда. А как мне? Воу, ничего, я подлетел нормально. Хорошо. Так, ну можно поди подождать, пока он проедет. Так. Так. Мы его вызвали, подождали. Сейчас он проедет, так. И мы поедем. Это, наверное, так и делается. Вот так. Так, а мы должны были вот сюда успеть. Ну, теоретически. А практически, ну да, наверное, сюда. Мы летим, летим по банану. Давай, 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 вот так. Кто тут? Блин. Давай, загрузка. Осталось ждать совсем немного. Неизвестно. Ой-ой-ой. Так. Нет-нет-нет. Мне вот здесь вот... Ну ничего от вас вот не надо, давай. Я хочу проехать. Так, ладно. Вы сами напросились. Где? И поехали. Жопку давай отстрелим тебе. Все? А нет, не все. А нет, все вот. Ой-ой-ой. Ёж твою мать-то, ты откуда взялась? Не было же тебя. Итак, ладно. Давайте-ка. Выманивать вас будем. Ой-ой-ой. Так. Парочка есть. Где еще? Что еще? Так. Давайте, не спешите. Подходим, не стесняемся. Получаем свое. Так, пока неплохо идем. Что-то... Ага, энергия. Энергия. Что мы получаем здесь? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, только кыш-кыш отсюда. А, такую и нет, да? Такую мы не можем сдвинуть. Ну давай. Поехали!
Родимая кататься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как сильно я разогнался. Да-да-да-да-да. Куда едем? По дороге. Нет, нас домики не интересуют. Все, что надо, у меня уже есть. Ой-ой-ой-ой. Ой, я слышу что-то, приближение какое-то нехорошее. Давайте-ка будем прорываться заново. Едем, едем, пока ничего не предвещает беды. Так. Давай, я уеду, уеду. Зачем вы мне нужны? Вот так вот. Легко и непринужденно слился, скрылся. Чем я потеряю там патроны, припасы, здоровье. Так, это я куда? Кто по мне стреляет? Где? Вон он, вон он, вон он. Давай, иди сюда. Козлина. Я покажу тебе Вторую мировую. Почему я с этим автоматом? А вот почему. Потому что у меня всегда есть для него боеприпасы. Так. Ну, ехал-то вроде правильно. Так, осталось теперь посмотреть. Ой-ой-ой. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, все это есть, все есть, все есть. Включили. В домик в этот можно зайти? Нет. Ну так, а как его открыто?
Вот так вот. Не, надо открыть. Может, оно само откроется при приближении автомобиля? Ага. Два раза открылось. Так. Так, не понял. Не понимаю. В чем проблема? Как этот механизм должен открывать ворота? Так. Ох ты. Там тоже что-то есть наверху. Так. Наверное, вот этого не хватает. Вот, что надо делать. Ёб твою мать. Где третий аккумулятор? Так. Если я могу сюда выйти. Так. Нету, нету. Аккумуляторы. Вот он ты. Вот и все. Так. Соберем, соберем, дырку мы откроем. Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет, омут или брод. Так, что он нам несет? Так, ну вот здесь уже все, до маяка доехали. Тут наши должны быть. Да. Сейчас, минутку, подожди, сюда. Дай-ка я соберу сначала все, что есть. Так. Здесь все для битвы готово. Воевать. Да подожди ты. Так. Сюда, сюда, сюда. Уберите ее с дороги. Сейчас, подожди. Уводите ее в амбар. В
Полный. Пипец полный. Так. Заводите ее в амбар. В какой амбар? А, вот в этот амбар. Вы добрались? Мы перехватили радиосигнал. Они ищут машину. Заводите ее в амбар. Ой, извините. Ну, в амбаре очень пыльно. Ладно, док. Дальше придется пешком. Давай, я готов. Идет тайная тропа, но мы не пойдем туда, пока не отразим атаку. Если вы будете сражаться с нами, это сильно поднимет дух отряда. Да без проблем. Черт! Транспортники на подлете. Давай. Я готов. Ну давай. Что-то я не понял, а что, по мне так что ли можно стрелять? Ну вот так вот. Так не пойдет. Он меня расстрелял в упор. А так нечестно. Ну-ка давай-ка вот сюда. Сейчас, подожди. Нет, маленько не так, прошу прощения. Ну-ка вот так попробуем. Штурмовик!
На маяке есть пусковая установка для ракет. Так. Мне аптечку вот сейчас вот можете предложить. Спокойно. На маяке. Вот так. Давай. Будем пробовать. Понимаю. На маяке есть пусковая установка для ракет. Нифига себе. Так. А где я возьму припасов столько? Пусковая установка есть. Так. Блин, папа. Ну давай, давай. Где ты, где ты, где ты? Разорвало тебя. Тебе разорвало хлебало. Эх, давно ты так не чихала. Вот так вот. Ты учти, со мной шутки плохи. Когда у меня особенно монтажка, если бы знала бы, как я первую часть на раз-два с монтажкой проходил. А тут какой-то жук-переросток мне не указ. Так, ну все, вроде бы, да? Вниз. Сюда, доктор Фриман. Свернем на горную тропу, пока нас не засек штурмовик. Конечно, давай, давай. Пойдем. Свернем. Так, я все взял. Надо ничего не забыть. Куда, 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 куда? Доктор Фриман, идите со мной, а то появится еще один. Блять. Доктор Фриман, идите со мной, а то появится еще один. Давай. Да где ты? Со мной, а то появится еще один. Ну давай, я вот с тобой иду. Ну. Я уже был здесь. Вон туда. И смотрите под ноги. Куда? А, блин, вот сюда. Спокойно, это что там? Это подстава. Ладно.
Ну, вроде неплохо пробрались, собрали в жизни, что, ну, костюм, да, тридцатка. Это, я считаю, неплохо. Неплохо. Для данной местности, в суровых горных условиях, это очень даже хорошо. Осталось только узнать, где мы, что мы и как мы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, с маяка мы ушли. Никто со мной не пошел. Так, песчаные муравьи или кто это? Муравьиные львы. Эй, ты! Идиот! Разгуливай по песку, как вылетают муравьиные львы! Ну-ка нахрен! Эй, ты! Стой, где стоишь! Оставайся на камнях! Не становитесь на песок! Не злите муравьиных львов! Лазло, не двигайся! Нет! На помощь! Да. Боже! Бедный Ласло. Лучший из своего поколения. И такой конец. Вот, вот что и требовалось доказать. Так. Я как понимаю, мне предстоит нелегкая дорога. Так. Так. Ну вот так вот. Нормально. Мне так не надо делать. Вот так вот. Так. Ну-ка нахрен. Твою ж мать-то. Ничего они тут задачку задали-то. Дело в том, что они и бегают так быстро, от них не убежишь на полной скорости. Так. Ну и вот начинается головоломка своего рода. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Да тихо ты. Не фыхти. Так, вот мы пробрались сюда. Блин, блински. Теоретически это должно выглядеть так. Так, домик. Надо проверить. И бам! Чё, никого? Ну, никого, смотрите-ка. Ну-ка. Аккуратненько разбиваем. Что еще? О, там еще же есть. Давай.
Так, это, как понимаю, магазины для других пулеметов, автоматов. Да нет, вот. Вот так. Так, ну вот. Снаряжение взяли. Стой, стой, стой. Обратно мы так уже не можем, да. Но у нас еще всякие штуки тут есть. Вот так пусть будет. Пусть будет лучше так, чем никак. Вот так. У нас много тут материалов. Так, вот теперь можно спрыгнуть. Так. Дверь. Пластина. Вот так. Справились с задачей. Что, что, что? Ой. Ну, неплохо. Ну, я думаю, ну там, если энергия есть, больше там мне ничего уже не надо. Больше ничего и не влезет. Да, ну и ладно. Мне очень-то и хотелось. Так, мне надо к кораблю туда. Вот почему тут бинокля нет? Вот как тут? Бинокль-то где он? Так. Должен же быть бинокль. Вот он. Так, так, так. Вот эта установка, она то ли отпугивает, то ли приманивает. Я так не помню толком уже ее функции. Так. Мне надо сюда. Правильно? Угу. Не так. А как? Пройти туда. Правильно? Давай, давай. Вот такие большие листы. И пунк. И вот этот сундук тоже туда. Все туда. Не надо тут ничего оставлять. Итак, вот мы теперь сами спустимся. Так, дощечки, ящички. Вот на этих больших пластинах. Топ-топ-топ-топ. Так, мне куда? Даешь твою мать. Так. Пройти, 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 пройти.
ладно. Пожертвую тобой шкаф. Ой, нет. Вот так. Твою ж мать, я что-то наступил мне. Так, положили. Как неохота вот так вот вымучиваться, блин, а приходится. Так. Что у нас здесь? Ну, смотрим, да, вроде бы как не зря шли-то. Но опять же, тут всяких штук понабросано не просто так. Чтобы нам туда подняться. А надо ли нам туда вообще подниматься? Ладно, давайте вот так. Нам все равно бежать придется, я так понимаю. И очень быстро бежать. Где у нас еще воротина? Давай. Давай, вот тебя-то я не хочу упускать. О, нормально легла. Все нормально прошло? Успех есть. Давайте посмотрим, что нас здесь ожидало. Итак, все забрали. И опа. Да. Давай. Ну я не верила тогда, что есть другие холода. Так, нет. Надо вот сюда. Смотрите, соточка.